нет, что ли? Все снимают. Тут где-то с ними должно ограничиться еще и там. То, что у них... Понимаете, по идее, справа с дороги были наши территории, слева дороги были Толиковы. Толиковы, да. Ну вот так и есть. Тут надо по плану смотреть, как с этим куском обстоит. По плану. И до самых этих забора нашего. Нет, ну достанем, да? Надо смотреть. Забор, да, там забор это этого. Это уже тот участок. Но у нас до вот него тот, который идет, был. Да. У нас, значит, отсюда, вот до туда, вот где хрень заканчивается, где начинается. Ну там тоже забор, да? Нет, там забора нет, там начинается ровненький участок. Ну там на глаз. А, ну ясно. То есть где, да, да. И вот наш бурелом. Да, вот это наш бурелом. И вот до того дерева, глубоко, глубоко. Ой, это даже дальше. Даже дальше, да. А это дальше уже это вот эта территория, вот как раз угол этой вот Толика тут, а наша справа. Здесь, по сути дела, лес. Лес страшный. Это не лес, это кустарник. Ну, кустарник, да, это, конечно, кустарник, но вот сейчас, Андрей, лесной массив. Вот это все убрать. Ну, я в курсе. А потом будем... А тут что, я не поняла? Здесь какой-то... Здесь были кустарники. Все, вот такой же кустарник. Я зарезал в эту дыру. Слушай, тут можно ногу сломать. Я тут и падал. А тут земли не хватает? Не хватает. Или это что вообще? Это яма. Успокойся. Вот когда... Как яма? Это не это? Как ее? Нет, канава идем. Это не канава, не? Идем, я тебе покажу. Ну, вообще... Это будет, знаешь, откуда браться? Вот эти все кусты, они растут на горку. Трактор надо. Трактор, ну. Это да. Трактор. А тогда вы трактор нанимали, он что делал? Когда тогда? Ну, я вы с маменьшим помню, трактор нанимали напополам с этой, с майкой. Вот он нам кое-что сделал. Где, что? Вот. Сделал Толику, да? Марин, все, хватит. А что сделал? Нет, трактор, я не понимаю. Маме же говорила, что трактор нанимали, чтобы разровнял нам эту. Он ничего у нас не равнял. Это... Равнял он, и не надо пиздеть. Если ну а где он не... равнял? Что он равнял? 10 лет тому назад он равнял. Слушай. Или сколько? Я думал, он дорогу. Не надо, 10 лет не было. Вот, смотри, вот канал, не вот, надо мне лапшу вот, вешать. Он равнял на идию твоему. А здесь ни хрена не сделано. Это не могло зарасти так быстро. Как не могло? Потому что 10 что лет ты, не было. Говоришь, не 10 не лет назад. Ну, 5 да. лет тому назад. Да, за 5 лет такое не наросло бы. Ну, ты же знаешь. Я знаю, ты же да. Этот, как этот вот называется? Тут не наросло, тут и видно. Тут даже нет, тут выкорчевано. Ну, он же несколько правильно, раз... Правильно, вот трактор тот и выкорчевал все. А у нас он даже не ходил. Явно майка его туда нагнала за наш счет. Ладно, я скажу, сейчас закусим. Вот теперь, если наймем трактор, чтобы майки рядом даже не было. Она хочет... контролировать. А, пожалуйста. Обратите внимание, здесь все в порядке. Это уже этого Анатолия. Кусок земли. А у нас как-то очень странно, ну совсем ничего. Что тут трактор в свое время делал на нашем участке? Хотелось бы знать. Один сплошной бурелом. Один сплошной бурелом. Обалдеть просто. Вы нашли свой инструмент, который вы потеряли? Да, мы еще не искали. Без бензина прибыли работники. Что это, без
бензин. Геннадий тут раньше времени панику поднимает. Тут еще нет. Ну, он любит впадать в истерику. Не, ну, конечно, чисто теоретически Геннадий Ильич может проявить сегодня недюжинный трудовой энтузиазм. Я тут сама все закрою, у меня там внутри ключи. Который... Феликс. Вот уже рядом этот музыкалок. Да, ну, нет, он не понадобится нам только. У нас никогда в день не уходило у вас больше литра этого, да, а у меня хватит генератор, чтобы работал. Да, ну вот, сейчас я еще посмотрю, как он будет работать. Подождите, а это тоже бензин или дизель в него? Где? А это тоже бензин, триммер, да, правильно. Бензиновый, видишь? Видишь, этот уже вышел из строя. Как из строя вышел? Так, Марина. Да. Так, мне надо эти забрать ключи, закрывать машину и пойти уже двигаться, смотреть, что там, насколько все печально. Это надо как-то под заднее сиденье засунуть. Тут особо никого нет. Не привлекать внимание. Мужлик. А я откуда знаю? Я хочу глянуть вообще, что он там, что он делает. Мне будет жарко, мне надо будет. О. Да, всех солнц. Жили сперли, а? Офигеть. А вот то, что они сделали за 2 дня. Ну, целина просто. Натуральная. Хотя тут, конечно, много что сделано. Ну вот что, торчат и корни, и все. Ну что ты ищешь? Да? Ёпа-мать. Вот. Не, ну вы хороший кусок тут отхерачили. А что, ну это ж невозможно спилить. Это можно спилить. Это я потом уже, если бы мне надо было бы единственное, что делать, спилить вот эту рябину, я бы ее свалил. Вот. Но здесь есть гораздо, вот это, к примеру, яблонь, ее можно валить когда угодно. Это одичавшая яблонь. Да. Потому что вон, Геннадий Ильич спорил. Ну, вот, смотри. Что? Вот. Похоже на яблоко. Вот. Тут я свалил, были маленькие кусты. Да. А, ну вот, и как раз короче, идет у нас до... очень хорошо видно, где заканчивается... Слушай, ну так, а как трактор может сбить вот эти вещи? Трактор, это не трактор, это бульдозер, ну, с ковшом надо. Он оттуда может затолкать сюда, но сколько это будет стоить, я вообще слабо представляю. А зачем вообще это делать? Пусть этим занимается кто я купит. Участок максимально сколько есть, вот да, расчистили первый участок, поставили фотографировать его, ну то есть на продажу, да, то есть и пишем, что продается 2 участка, хотите более-менее расчищенный, берите этот, если хотите тот, к примеру, но
Какой 2, второй? Ну, вот который второй, Мариню 8. Да, а он что, более расчищен? Мариню 8, потому что он тоже точно такой же, как тут. Мариню 6 вот расчищен. Сколько? 20 метров? Видишь, как он прямо... Да. Это все равно тут от того, что мы здесь перекладывать говно будем по кучкам, толку нету. Тут все равно, если кто-то хочет строить, он будет заказывать бульдозер, он будет завозить чернозем еще сюда. Ну, в конце концов, он за место платит, да. А все эти работы уже на общем фоне не, да, настолько прям с ума сойти. Земля ограничена уже продается. Потому что даже, нет, ну тут-то еще много, даже тех, конечно, вот участочек, которые продаются, надо посмотреть, кстати, сколько они за него хотят. Они продают этот рядом? Вот, видишь, цветок стоит по Адуадземе. Где? Вот, идем сюда. О, грабля! Ага. Я тут не был. Да он вообще ни хера не может. Ну, вот. Все забывает. Вот, видишь, по Адуадземе. А где начинается его земля? Вот. Есть елочка, смотри. Вот где? Вот, вот здесь еще вот, придет. Ой, вот. Так у нас такой вот длинный просто. Ну ни хрена себе, он не меньше нашего в длину на медню. Посмотри. Ну, пока этот не продаст, так на наш даже смотреть не будут. 2500 у него. Ну это как бы да. Этот, в принципе, без деревьев, без ничего, начинает строить. Наш либо совсем за копейки захотят. Наш побольше единственное, что. Ну это да. Оба у нас. Если какой-то крутой, взял бы весь кусок. Смотри на камеру, там собирать какую-то базу, строить еще что-то. Если кто-то какие-то рядные дома захочет, все вообще. Да. Ну надо продавать, но что делать, как говорится. Расставлять, продавать нет смысла, да? Конечно. Ну и здесь я тебе скажу, это ж трындец. О, так он тут выровнял? Тут выровнял. Или, может, у него повезло, у него более ровный был. Но вот так выглядит расчищенный участок, подготовленный к продаже. Нам хотя бы надо убрать вот эти травины отсюда. Основные. Чтобы у нас не было вот все заросшее. Потому что здесь, например, здесь хоть что-то можно стараться делать. Потому что здесь нет такого прям. Не, ну смотри, если человек... Вон, я хожу нормально. Если мы уберем еще, к примеру, вот эти рябины последние, 30, да. То есть их можно убрать. До 30 сантиметров их можно убрать. Можно сейчас свалить все эти рябины. Как до 30 сантиметров? Вот, ширина? Диаметр ствола. А. Ни одного здесь нету, кто что превышает. Что это такое вот? Это елка какая-то. Вот. Ни одного из этих не превышает 30 сантиметров. Но единственное, что ну они как, разросшие. Вот это я, да, явно уже 30. Но, вот, то есть большинство вот эти одиночки можно свалить. Эта рябина в углу никому не мешает. Эту можно свалить. Ту рябину можно свалить. Яблоню можно всегда валить. Она не является... Ну, вот эту можно срубить. Да, я говорю, эту можно свалить. Да, но, это все. Там тонкие рябины. Ну, березка. Они, да. То есть для дома здесь куска хватает выше крыши. Это да. А этот тут строит, да? Вот, будочки строят. Что? Будочки строят. Маленькие. А здесь вот все было в этих? Все было вот ровно вот так же. Вот, видишь, раз куча, два куча, три, ну, ясно, куча. И что ты сегодня хочешь сделать? Продолжать вот тот куш фигачить. Вон тот, который торчит около ямы. Ну да. Ну да, здесь только остается так. По чуть-чуть. Это все, что вы тут свалили, да? Что? Блин, а это же, наверное, убирать все надо. Можно, я что-то сгребал. Можно, ну тут разве можно убрать? Здесь же все вон в корнях, здесь в этих всех. Ну что-то одиночек грибах. Но оно, понимаешь, оно само, по идее, будет великолепно перегнивать. Если оно скошено, да, зимой его завалит снегом, оно будет перегнивать. И весной рано можно уже пытаться там догрести, да? Да, догрести, косить по-моему. Если регулярно подкашивать, да, ну как ты тут будешь косить, когда тут прям такие рытвины мощные? Не, ну триммером косить. Ну только триммера. Никто же здесь не требует английского. Вот я вот тоже. Сколько я с ним боролся? Ну доделай ты до конца. Вот здесь косил, здесь ему надоело. Да, скоси уже все. Здесь ему надоело, он пошел куда-то в другое место. Смотри, опять рябины тут растут. Ай.
А я не взяла хоть? Папоротник. Да? Почему? Разве это не... Это папоротник. Секатор не взяла, я могла бы хоть секатором чуток. Ну это нет смысла, ты посмотри, как здесь твоя. Ладно. Ну давай теперь как-то ты будешь это, я буду эти оттаскивать, чтобы тебе хотя бы на это время. Да. А, я тогда возьму цимды. Да. Да. Ну это целина. Ну ты понимаешь, через 10 лет уже 7000.